Наши маленькие звездочки, именно так, а не иначе, теперь называют младшую группу образцового хореографического коллектива театра танца «Нон-стоп». Девочки успешно выступили на 10-м всероссийском фестивале-конкурсе хореографического вокального и театрального творчества для дошколят «Разрешите представиться», который прошел в Суздале. Там малыши показали два танца – «Русские матрешечки» и «Потешка». Развеселить кого угодно. Там смешная музыка, и сами мы смешные. Нам не было сложно, потому что мы очень сильно подготовились. Поездка в Суздаль была очень волнительной для девочек, рассказывают педагоги. Дети тщательно репетировали, оттачивая каждое движение, готовили костюмы. Со стороны зрителей кажется, что это легкие движения под музыку. Но сколько вложено труда именно детей, педагогов, так чтобы композиция сложилась, чтобы дети смогли донести тот образ, который они могут согласно своему возрасту показать. Сложно было отработать синхронно, сложно было показать эмоционально, не растеряться на сцене. Но наши дети молодцы, они справились на отлично. Итогом поездки в Суздаль стали два диплома лауреата первой степени возрастной категории до 6 лет. Выше только гран-при, а это значит, есть к чему стремиться и над чем работать. Каждый результат – это все равно результат. Даже если маленькая победа, она все равно победа именно для детей, потому что они на занятиях стараются, перебарывают где-то свою лень, где-то там кому-то что-то не хочется, но они все равно работают. И важность выступлений как раз для маленьких детей – это очень колоссальная, потому что им нужно набираться опыта, это в первую очередь, ну и чтобы быстрее стать хорошими танцорами, конечно, нужно и ездить, и выступать, и как можно больше. Совсем скоро воспитанников центра «Танцы плюс» и их педагогов ждет волнительное событие. С 13 по 15 апреля в Иваново пройдет детская танцевальная консерватория. В Иваново приедут опытные танцоры-презентеры из Москвы, Самары, Череповца. Это абсолютно разные педагоги, которые проведут мастер-классы. Танцевальная консерватория прежде всего нацелена на тех, кто всерьез увлечен искусством танца. Танцевальная консерватория, она построена на миксе педагога и ребенка. И то, что технический педагог нарабатывает в течение нескольких классов, он потом делает определенный перформанс или такую творческую работу, на которой ребенок себя проявляет как соавтор. И это очень интересно порой, потому что дети, как правило, танцуют предложенную хореографию, да, а здесь они могут выступать как соавторы, предлагать что-то свое. Ярким финалом танцевальной консерватории станет межрегиональный конкурс-фестиваль детских балетмейстерских работ «Идея», который в этом году пройдет 10-й юбилейный раз. Его цель – раскрыть способности ребенка как балетмейстера-постановщика. И очень часто дети удивляют жюри своим необычным взглядом на мир и нестандартными творческими решениями. Любовь Очерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.